Всем привет! Всем привет! Сегодня необычная рубрика, она называется «Что будет, если мы накачаем воздушный шар огромный с помощью выхлопной системы автомобиля?» Вот такой вот у нас шар 90 сантиметров с помощью автомобиля. Для этого мы там приготовили небольшой переходничок, потому что диаметр трубы у меня вот где-то такой. И вот эту вот, а хотя, кстати, нет, наверное, не натянуть. В общем, переходник уже сделан, будем сейчас подключу все, и мы посмотрим. Вот такой переходничок придумали, вот он шар, все закреплено. Лучшим хомутом в мире это изолента, тут изолента через бутылку. Сейчас будем надувать. Вот что осталось от нашего шарика. Так он рванул, накачался вообще больше своих размеров. Тут даже остались остатки. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Если вам нравится такой формат, мы будем продолжать. Пишите в комментариях то, что вы хотите увидеть. Будет много интересного, если вы напишете. Действительно, мы можем это сделать. В общем, всем пока!